представителем правительства работать не легче, чем президентом. Но самое неприятное, что есть в работе правительства, это необходимость бесконечно делить деньги. А вот если ипотека, например, за такие проценты, как есть, нам не потянуть, потому что сами не хотим этим заниматься. Это неквалифицированная работа. Нам пока рано переходить к той системе, которая есть в других странах. Я бы хотел напомнить всем, кто подзабыл. А вообще-то в советские времена никаких промилле не было. А выпить у нас умеют. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Значит, и никто никогда на достигнутом не останавливается. Никто не без греха, что называется. Возможно, и вытягивание денег, и все остальное. Кто-то вот по молодости не понимает, что рано или поздно он станет пенсионером. На перспективу до 2020 года. Эксклюзивное интервью Дмитрия Медведева «Комсомольской правде». Только на нашем телеканале. Во вторник, 21 мая, в 18:05.